Прием-прием, это XBT.com, на связи Бурховецкий, и сегодня третий и последний день виртуальной выставки Thermaltake 2021 Thermaltake Expo January. И уже третий день я рассказываю вам о том, что же здесь интересного происходит. А под занавес нам приготовили новую оперативную память и всякие штуки для геймеров. Поехали! Когда-то идея оперативной памяти с подсветкой вызывала лишь улыбку, но стоит посмотреть на количество моделей самой разнообразной светящейся памяти у одной только Thermaltake, чтобы понять, светящаяся оперативка пользуется популярностью. Уже известная линейка TAFRAM RGB обновилась. В прошлом году ее тактовую частоту подняли до 4600, а в этом году до 4800 МГц. Главная фишка этой памяти — наличие управляемых светодиодов, которые можно настроить через фирменное ПО. А еще раньше пластины для рассеивания тепла на плашках были белого или черного цветов. Ну а сейчас появились вот такие — желтые и оранжевые. Или, как называют эти цвета маркетологи, Thermaltake — Metallic Gold и Racing Red. А вот и гвоздь программы — совсем новая линейка оперативной памяти Thermaltake TAFRAM XG RGB. Почему XG? Потому что теплоотводящие пластины на плашке расположены буквой X. И это, помимо интересного дизайна, дает, по словам создателей, еще и бонус к рассеиванию тепла. Модели линейки пока работают с частотой от 3600 до 4600 МГц. На каждой плашке 16 светодиодов, объединенных в группы по 2, причем каждую из этих групп можно настроить через фирменную программу Thermaltake. А вот эта красивенькая оперативка у нас, скорее всего, продаваться не будет, поэтому можно просто посмотреть и повздыхать. А вот то, что предлагает Thermaltake для любителей компьютерных игр. И хотя показали много всего, тут и мышки, и наушники, и клавиатуры, почти все это мы уже видели в прошлом году. А самое интересное — это неожиданно стол. И дело даже не в том, что он меняет высоту. Такие столы у Thermaltake и других компаний были уже давно. А в данном случае высоту можно регулировать с 70 до 98 сантиметров. Весь интерес в том, что высотой стола можно управлять со смартфона. Специальное приложение для того, чтобы управлять высотой стола. Непонятно, правда, работает ли оно через облака и можно ли менять высоту стола, находясь, например, в другом городе. За безопасность можно не беспокоиться. Стол оснащен специальными датчиками, и если встретит препятствие на своем пути, будь то ваша нога, стул, ваш 70-сантиметровый кот, тут же остановится. Такой вот высокоинтеллектуальный стол. И это был последний день выставки 2021 Thermaltake Expo January. Показали нам много всего интересного, и новые корпуса, и новый вентилятор, и новую оперативку, и дисплей для водоблоков системы водяного охлаждения на эту оперативку, и даже управляемый через смартфон стол. Чего еще желать? И много всего того, что я в ролике не уместил, но если вы настоящий фанат Thermaltake, идите на официальный канал Thermaltake на YouTube, там больше 10 часов контента. А у меня все. Это был XBT.com, на связи был Бурховецкий. Всем пока и до встречи в эфире.